всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же на сервере Eternal 15X, все так же с модом Ark Eternal. Да, продолжаем все еще играть на этом сервере, но, как я уже говорил, сезон подходит к концу не из-за того, что я хочу, а из-за того, что просто нечего уже показывать, а смысл мусорить все время одно и то же. Нужно стремиться к чему-то большему. Глядишь, и новый сезон зайдет как-то получше и будет поинтереснее, соответственно, и люди будут набираться на канале лучше. Посмотрим, что будет, да как будет дальше. Ну, а сегодня... Блин, реально на дворфа похоже, прям по жесткому с этой бородой. Сегодня я хотел бы начать с того, что в группе сервера было написано про обновление, так сказать, немножечко зачитаю, зацитирую. Короче, если вкратце вводят... Просто решил, что я сейчас начну запинаться, читать много, а я начну запинаться. Если вкратце, в новом обновлении ведут сральники. То есть ты сел в туалет, посрал, как говорится, опыт получил и еще удобрение получил. Но больше всего меня не это прикольнуло, а прикольнул комментарий от Артура Шмуль. Вот бы в жизни так, посрал и прокачался, а на очки выучил квантовую физику и все иностранные языки и так далее. А по факту только жопу рвешь, и толку ноль. Честно, вот этот комментарий я вчера минут 5 на него ржал. После всего вот этого концепта, который я прочитал по... Это можете в группу... кстати, ссылка есть в описании. Группа именно... группа сервера. Я... даже поделился этой записью у себя на страничке, но комментарии именно в группе, так что можете зайти через мою страничку ВКонтакте и так далее. Честно, вот после всего вот концепта, который я прочитал этот комментарий, я просто сидел минут 5 ржал, насколько это точно. Мало того, что это прям в тему было, так еще и прям завернул как надо, так сказать. Вот, собственно, что же сегодня? Сервер долго не работал, но Тошка все сделал, Тошка перезапустил, Тошка молодец. Вот, и я думаю, блин, времени осталось мало. У меня на съемку, мне просто, так сказать, в 12 надо спать, ложиться, так как в 6 вставать. Вот, и смотрю уже 11 часов, думаю, что же нужно? Смотрю на список, ё-моё, горилла! Точно, у меня же есть моя... горилла. Вот. А именно Prime Gigantopithecus. Именно. Я хочу сделать Power Gorilla. Просто говоря, Noun Power Gorilla. И для этого у меня все есть. Все просто замечательно. Просто, знаете, все... Я бы так сказал, очень даже удачно сложилось. И... мне там пару пунктов осталось только выполнить. По списку, а может и все умещу в один пункт, там будет видно. Ладно, погнали. Для того, чтобы сделать из гориллы, из макаки супергориллу, мне нужно 25 монеток, 25 вырванных сердец горилл, динозавров. Не горили их динозавров. 25 же, да? Вот. И 25, господи, ДНК горил. А, ну еще и там кровь, короче, мне нужно. Так, ну-ка, крови. Больше крови. Ух ты, что я взял? Не то. Что я шлак какой-то взял? Неполный. Вот. Вот так вот. Вроде это все, что нужно. Сейчас посмотрим. Так, ну-ка. Переместить все. Где мой элемент? Вернее, на родину. Погнали на улицу. Погнали на улицу. Ой, нифига себе, как тебе это неудобно. Ё-просто. Смотри-ка, а что у меня? А у меня реально? Вот.
Ну, так, конечно, все равно говно, а вот так уже стало получше. Блин, я думаю, что за фигня. Угол обзора-то у меня с какого-то фига сбросился. Вот. Так, ну-ка. Да, все нормально. Только угол обзора сбросился. Погнали. Погнали. Что-то как бы где? Я пока что не знаю, какой будет следующий сезон. Я пока что не знаю, что будет, как будет. Возможно, я сделаю какой-то промежуточный маленький сезон на месяцок. Вот. И так. Нам повезло. О, отлично. Отлично. Я взял все, что нужно. Вот. И там уже будем смотреть, что да, когда, где. Я, как я уже сказал, я пока что не знаю, что будет дальше. Вот. Еще даже не решил. Ну, возможно, я сделал какой-то маленький промежуточный сезон, посмотреть, что да, когда, где с модом. Вот, ну и заодно немножечко подготовлюсь к основному сезону. Основной сезон будет очень долгий. О, пошла жара. Этот сезон мне показался очень долгим, если честно. Я тут даже не посчитал, сколько серий прошло. Надо будет ну, посчитать, сколько вообще серий сезона прошло. Сейчас 178 серия, да? А начинал я где-то около 100... Блин, около 40 серий. Да полтора месяца я с ним. Даже больше, наверное, месяца два. И этот сезон длился. Это ж очень-очень долго. О, да. Да ладно, ты прикалываешься. Ну, ты прикалываешься. А, нет. Слушай, какой хороший горилка-то мне попалась, да? Просто. Просто. А, этот сразу же, смотрите, хоп, все нормально. Я, типа, короче, могу им управлять. Офигеть. О, токен. Прикольно. Я токен получил на халяву. Офигеть, просто. Просто. Это много. Слушай, у меня реально многоразовый гигант питек. Все здорово. Оу, камешек точно. Так. На С. О, прикольно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Годи, годи, годи. Подиги, ну-ка, на С. Уге. И... Булыжник в камеру. Испугались. Не бойтесь, все нормально. Блин, прикольно. Напишите, у вас такая же фигня. Типа, многоразовый горилла, все дела. Многоразовая мегапитек. О, гигант питек. Блин, лавы голем не взял. Гориллу, Наун Гориллу не взял. Чё за фигня, не знаю. Ну ладно, погнали. Лично меня это все вполне устраивает. Ну, кстати, слазить удобно. Конечно, мне не нравятся вот эти вот треугольнички, все дела. Блин, фигово. Фигово, фигово. Мне больше нравится на этом. На Виверне, то, что там был сразу же этот. Костюм, и можно было сразу надеть Power Vivern костюм. Вот это было здорово. Мне лишь понравился. Ёб твою ж налево полетел-то я куда. А теперь... Оу, говно какое-то. Что-нибудь дает? Вообще ничего не дает, просто повыпендриваться. Отлично. Пошла жара. 35 тысяч. 35 тысяч. Все нормально. Кстати, я столько даже здоровья не посмотрел. Но... Погоди, 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 погоди. Сколько? 16... 16 миллионов 300 хп. Урон. Ё, просто. Ну-ка, погоди, погоди-ка. А, броня. Броня не могу, да, надеть? И не могу надеть. Ну, ладно. Да, стой ты, господи, куда ты бежишь? И куда? Ах ты, блин, зараза, откатился камешек. Сейчас волчарку. А вот волчарку ты не завалил. Да стой, тебе говорю. Вот это не надо. А, хотя я там вылезу с ручком. Погоди, 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 это моя добыча. Это моя добыча. Оу, oh, yeah. Прайм саблезуб.
достаю. Отлично. А, это лютоволк. Блин, я думал, уже тебя завалил. Лютоволк опять под руку поддаст. Во! Здорово. Так, 35 лямов... О, 1000 хп. Дамаг по дефолту, да? Вот, отлично, ты мясо добываешь. Так, кого там бьете? А, он типа в дереве заспавнился? А, нет. А, этот, господи, этот кошак бегает, который здесь. Нафига я напал на голема? Какая-то подстава, я бы так сказал. Так, секунду, сейчас программу запустил, я забыл. А то я боюсь, я мушку с тебя сломаю нафиг. Хотя, а зачем? Зачем я бью? Во! Пускай, пускай ломает он его нафиг, этого кошака. Ой, я торнадо спрятал. Вперед! Ну смотрите, ну опять оглушенный, а? Я ничего не могу сделать. Ну да, опять оглушенный. Да уж. Сегодня смотрел видосы. Ну просто, ну вот, опять оглушенный. Ненавижу таких чмошников. Оглушают и сваливают. Конченые люди. А вот, сегодня смотрел, ну, решил... Что-то наткнулся и решил посмотреть ютуберов, как снимают, что, как, где. И такое было желание просто ничего не делать вообще. Я что, поздно ты начал снимать? А вот, такое было желание вообще ничего не делать, ничего не снимать. И просто сидеть и смотреть. Долсы. Вот, ну там я еще и на стриму от игромании смотрел просто еще. Еще вот это, можно так сказать, тоже дало о себе знать. Вот. Ну, это такое себе дало о себе знать. Как бы это мне сильно бы не отвлекало. Ой! А, не, я подожди, на тебя я не буду наступать. Вообще нормас. А ну иди сюда. Погоди. Да погоди, ты говори. Алло, где булыжник? А, во, булыжник. Нет, не булыжник был. Так, ладно, понеслась жара. Ну-ка, давай-ка. Ух, уверенности больше. Так. Эй, что за паутина? Слышь? Ты что там паутину мне кидаешь, а? Ну-ка, давай-ка. Покажи свою силу. Покажи свою силу. Кто здесь хозяин? Вот я эту фигню, наверное, заставку поставлю. Мне что-то такая сейчас идея пришла в голову. 80 левел всего лишь, отлично. А я думаю, что так я легко побеждаю. Так. 115 левел. Блин, я так тебе никогда не качнул. Еще здесь запнулся. Ага, отлично. А, блин. Пузо. Чтобы сесть на гориллу, нужно нажать его на пузо, да? Да уж. Так, давай, скидывай все. А вот эта шавка сдохнет, долбаная. Я хочу, чтобы он сдох. Злой человек в этом плане. Я не люблю, я когда вот так вот просто берут и ставят на АФК. Чего, какой АФК? На агрессию, короче, и они фармят. Блин, музыка прям подстать горилле. Ну-ка. Что такое, а? О, пошла жара. Это было то, что нужно. Блять, по башке. И еще по башке. А вот носорог с разгона бежит. Бэм! В лицо просто носорог. Ну, блин, конечно, дефолтных убивать это легко на таких вот... на таких вот динозаврах. Это, конечно, дефолтных убивать это... Пью, просто. Так делать нефиг.
Да отойди ты, господи, мешаешь мне тут. Карна, Карна, иди ко мне, Карна. Михаил, ты куда у тебя, Карнаш? Карнашка, Карнашка, у тебя хороший дамаг. На тебя башки булыжником, не хочешь, ну и ладно. Эх, ну-ка, включаем хозяина джунглей. Хозяин на джунгли, надо на скалу забраться. Эй, алло, ну иди сюда. Ладно. Опять какая-то лажа. Погнали эндоминус валить. Не понял. А, опять этот чмошник. Да уж, ну, по-другому таких людей назвать нельзя. А, вот, опять этот чмошник делает фигню. Не, я понимаю, что серия отстойная, но а что вам показать? Ну, я мог показать вам 3 секунды эволюции и все, всем удачи, всем пока. Я мог так сделать. Если будете что-то писать, типа, ой, чё ты всю серию там воевал? В следующий раз я так и буду делать серию на 3 минуты. Вот, народ, мне честно, мне только за милую душу сделать серию в 3 минуты. Давай, 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 убивайте. О, булыжник. Лови. Блин, не запустился. Когда он запустился? Блин, долго? Долго, долго убивается. Очень долго убивается. Но самое главное то, что для здоровья не надо качать. Да. Я без этого мощный. Ну давай уже. Ну-ка. Кто здесь хозяин? Покажи, кто здесь хозяин. Блин, ты прикольно. По груди долбит. Ну, все-таки горилла. Эпичная битва. Уда. Все здорово. Такс. Такс, такс, такс. Ой-ой, прогрузилось все. Бэмс. Блин, нет, сгорело прикольно, слазит. Просто на ура. Просто чепонька спрыгнулся. Отлично. А, вот тоже. На кулак можно тоже нажимать, отлично. 150, да? Ну давай посмотрим. Даже можно. Ну ладно, давай, полтишочек тебе сделаем. Все остальное просто тупо в урон. Прям по максимуму в урон. Отлично. Ну, чудо мне. О. Альфа-птернодон. Кстати, я альфа-птера так и не томил. Потому что я ленивый. О, да, пошла. Жара. Вот, нормально. 437, просто на 4 сотки прибавилось дамага. Оу, фак. А вот этого я не ожидал. Прикиньте. Щет, беги, глупец. Вот этого я реально не ожидал. И такая музыка, как будто бы я босса завалил. Я чуть не ожидал такого сильного дамага. Реально, такая музыка, как будто это... Вы горите, черт побери! Это, как будто этого завалили... босса. Эндбосса. Давай, 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 давай! Хорош перегреваться! О, хорош так быстро бегать. Я аж обосрался. Ну-ка, если с приклада... А если с приклада я тебя начну жарить? Ууу, 12 хп я тащу просто. С приклада-то я тащу. Блин, я не ожидал,
Ну ладно, что поделать, новую на гориллу сделаем. Токены у меня есть. А вы ожидали такого поворота в конце серии? Я думаю, вы этого не ожидали, что я буду убивать Доминус Додорекса с винтовки тековской. При том, что у меня просто сдохнет горилла и все. Такого никто бы никогда в жизни не ожидал. Вот, я думаю, из-за этого мои серии люди любят. Смотрите, что здесь такого идиотизма можно увидеть, что нигде не увидишь. А, твою мать, я горю еще сильнее, черт побери. Нет, я падаю, я сейчас сдохну. О, я почти сдох. Тихо. Вы травмированы? Фак! Беги, глупец, беги! Run! Почему у меня нет плашек телепорта? Черт побери! Почему нет плашек телепорта? Нет! Ты сможешь убежать! Отрывайся! Черт, ты горишь! Черт, за мной уже гонятся двое! Черт побери! Но я не сдамся, я просто так не сдамся! Я добегу до своего телепорта! Нет! Фак! Щита, факин! Получай, скотина! Я тебя завалю! Факин раптор, да пошел ты! Давай! Черт побери, использованный элемент! Отлично! Раптор, надо избавиться от него сначала! О, нет! Аргентавис! Аргентавис! Да! Я убил Аргентавис! Хотя бы Аргентавис завалил, то хорошо. Оу, щит! Есть, я отхилялся! Реген тащит! Давай! Черт, я голоден! Нет, я голоден! Это плохо! Я горю! Черт побери, я горю! Не, ребята, я реально не думал, что такая фигня будет. Вы, конечно, извините, но я реально этого не ожидал. Ой, горилка. О, прикиньте, он реально посчитал, что я босса завалил. Стандартного. У меня, короче, башка гориллы лежит и... Этот... Эмблема. Фак, да ладно, ты прикалываетесь? Головами гриптека и фак гориллы. А тетеграммы, интересно, у меня открылись? Где-нибудь? А, ну гориллу-то я, наверное, убивал, поэтому она мне ничего бы не открылась, даже близко. Прикол! То есть я могу создать свою гориллу, потом убить, и все будет пучком, да? Супер. Ну иди сюда! О, раптор! Ах ты подсирала, мелкая! Я опять голоден! Черт побери! Семь пятьсот? Да ладно. Щет. А раптору 7500 нужен. Вообще здорово. Воу. Слышь, я сейчас прилечу здесь. На виверне. На моей зомби. Мать ее, виверне. И завалю вас всех нафиг. У меня пушка перегрелась. Вам просто повезло. А, это я в голову попадал, видать. Поэтому так столько дамага. Отлично. Нефиг здесь пытаться летать. Есть. Пошла жара. Слушай, а если тебе в голову попадать? А где у тебя голова? Да уж, у тебя немножко не так. Да ладно, я опять помираю. У меня голод. У меня нету регена. Да ладно, пошла, ну, короче, все. Я уже устал. Ну все, короче. Ну, братцы, кролики. Ну, дрались. Воу. Фу. Не, слушайте, все-таки стандартная музыка, это эпично. Особенно после того, как мне кинули страйк.
Говорил в серии? Не, в серии мне же не говорил, а там в комментах просто отвечал. Мне кинули страйк на видос, который вышел полгода назад, короче, и по непонятным причинам я спросил, типа, а чё за фигня? Вот, посмотрим, ответят мне, не ответят. Вот, ну это реально какое-то там говно, по-другому это не назвать, кинул мне страйк. Вот, ну посмотрим, что там, да как там будет. Не, это как бы никак на моем канале не отображается, то, ну, в смысле, не... Это мне ничего не делает моему каналу. Вообще мне, можно так сказать, на это пофигу, я бы даже так сказал. Я думал, это хоть что-то даст, там, типа, видосы нельзя будет выпускать, все в таком духе. И страйк в августе снимется, но сам факт того, что... мне кинули на видос, который выходил полгода назад, страйк. Причем я использовал музыку с Ютуба. Ну, кто не знает, на Ютубе есть такая фонотека, называется. И там, получается, можно музыку... А, нет. Я думал, ты это говно. Нет, ты нормально оказался. Вот, там можно использовать музыку. То есть брать музыку и, соответственно, ее использовать. Вот. И в чем прикол? Я эту музыку использовал и играл в арк. То есть по арку у меня видос за это. И в чем весь прикол? Я понять не могу, а почему мне кинули страйк. Просто видос, так сказать, сейчас не работает. Ну как бы у меня пофигу на него, он там. У меня эти видосы просмотры там копейки, я бы так сказал. У меня в целом любой видос можно удалять, и я даже ни плюса, ни минуса не почувствую. Вот, но суть в том, что страйк не кинули. И вот после этого у меня вообще настроение, я теперь что-либо делать. Не, понятное дело, по плану все пойдет, как я задумал, так оно и будет. Вот, ну, так сказать, просто за то, что я существую, кидать мне страйк, это, конечно, очень глупо. Вот такие вот дела. Ну, опять-таки же, дегенераты, они всегда существовали и существуют. Вот. Я, возможно, выпущу... видос о, ну, где я сниму статистику. Погнали, я еще одну Headnown Gorilla сделаю. Вот, где я сниму статистику и покажу, расскажу. О, токен. Где, ну, то есть вообще, почему у меня, так сказать, нет настроения порой что-либо делать по каналам. И там я расскажу. Ну, опять-таки же, если у меня будет настроение. Если не будет настроения, вот вы ничего не узнаете. Вот. Там будет видно так 25-25. И... полторы сотки. А, 1500. Погнали, сделаем новую. Или новую вам на закате. Того делали на рассвете, этого на закате. Вот такие его дела. Да уж, день бывает и еще и не таким. А уж игровой день неподавно. Такс, надо вот это и делаем Power Gorilla. Возможно, из-за того, что я ничего не вкачивал. Возможно. Без понятия. Ну, сам факт того, что так получилось, это, конечно, весело. Так, я делал напротив этого. Куда я ставил? Ну, симметрия, все дела, короче, понятно. Тип, короче, тут должен стоять. Опаньки, нормально. Два знамя горилла. Ох, пошла жара. Слушайте, интересно, а если я начну двигаться? Блин, ладно, у меня токенов нету. Встань обратно. У меня больше токенов нету, чтобы делать горилку. Еще одну. Просто у меня была такая задумка, а если я выйду из этого круга, что будет? Да.
Не, если сейчас и в третий раз мегапитек останется, то это просто божественный мегапитек, который... да, это божественный мегапитек. По-другому это не назвать. 765-й левел. Офигенно. Еще один токен на халяву. А да ладно, этот еще босявее. Вы посмотрите. 33,4 ляма. То есть 33,4 ляма. Офигеть. 33 миллиона 400 тысяч хп. Дамаг в два раза босявее. У меня горилла заспавнилась в два раза босявее, чем предыдущие. Это, короче, судьба. Это, короче, реально судьба. Так, ну погнали. Сделаем сейчас large potion. Все дела, короче, не будем заморачиваться. Там, убивашка, не убивашка, все нормально. Large potion нам вообще, короче, в помощь. Вот, пятюри нам хватит. Пошла жара. Да, я понимаю, что у меня выход там, но я уже по привычке, по своей дебильной, почему-то все пытаюсь сюда зайти. Так... Да, я понимаю, ему 4 бы хватило, но все равно. Кстати, пол женский, значит, ей отлично. Когда я убивал гориллу босса, я спросил, типа, какой левел был? Столько много вариаций мне поднаслали, что у меня даже появилось желание, так сказать, посмотреть записи и самому посмотреть, а... Кто же там был по-настоящему? Какой левел? И суть в том, что левел там был 20, если что, у босса. Так, ну-ка. 69. Ну, че, 70. Так. Здоровечка вообще прям чутка. О, да. И... Пошло все в урон. Урон, урон и снова урон. Давай, 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 давай. И... Ну, вы сами все видите, дамаг просто тупо в два раза больше. Был 430, стал 490. Ну, я бы вам так сказал, но того стоит. Кстати, токен, говорим, лазит, не лазит. Оно того стоило, так сказать, помереть. Весь этот ток-шоу был не зря, я бы так сказал. И на он горилла получилось очень даже веселым. Причем веселая, это что ни на есть правильно сказано. Вот, бегать, конечно, удобно. Бегать, конечно, очень удобно. Кстати, я про зомби... Откройся. Про зомби Виверну что-то в серии ты и не сказал. Блин, долго прогушается, конечно, да. Ну, скоро такого не будет. Вот. Допустим, взять Виверну. Поворачиваешь, да, камеру? Вот она. О, потихонечку такая, потихонечку поворачивает. А где ты, зомбушечка? Зомбушечка. А, нет, 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 в воздухе, в воздухе. Подожди, не зомбушечка. Блин, я уже запутался. Кем же мне в воздухе было управлять хорошо? Вроде зомби или альфа. Блин, я уже запутался. Какой-то из виверн был вообще просто кайф в воздухе управлять. В том плане, что поворачивало очень легко. Ну да, вроде зомбуха. Такие вот два. Эй, тихо, 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 не влетай, не влетай. Да пошла ты, тупая овца. Эй, ты в жопу, тупая дура. Сиди там, раз ты не можешь нормально встать. Кривая дебилка. Ну, как еще назвать это создание, которое, блин, застряло в трех соснах? Грубо говоря. Ну что, народ, в общем, вот такие вот дела. Блин, дебильная какая-то серия, наверное, получилась. Но все равно свое мнение пишите в комментариях. Что, как, где. Честно, меня прикольнуло убегать от Дорекса. Я офигел, когда я сдох мегапитеком, и то, что дропнул из-за голова, и второй флаг, это, конечно, это просто вау, да ну нафиг, как так. Вот, и, конечно, пишите свое мнение в комментариях, так сказать, чем больше ваших комментариев, тем лучше. Все, на этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра.
Всем пока.